Здравствуйте. Мы находимся на предприятии с богатой историей – Бавленском электромеханическом заводе. Именно здесь происходит полный цикл производства вибрационных насосов «Бавленец». Погружные вибрационные насосы Unipump серии «Бавленец» с верхним и нижним забором воды предназначены для подачи чистой пресной воды из колодцев или скважин диаметром не менее 110 мм. Малый вес и габаритные размеры при небольших затратах электроэнергии позволяют применять их для перекачки пресной воды с глубины до 40 метров. Сегодня мы покажем цикл производства «Бавленец» с нижним забором воды. Такие модели позволяют откачивать воду до минимального уровня. Также могут работать от бензоэлектрических или солнечных генераторов мощностью не менее 0,5 кВт. Итак, всего 9 этапов производства. Сначала нарезаем пластины из стали для якоря и ярма. Какую функцию выполняют эти детали? В корпусе насоса размещен электромагнит и вибратор, включающий якорь. При подключении насоса к электропитанию якорь притягивается к сердечнику электромагнита. Каждые полпериода амортизатор, закрепленный на штоке, отбрасывает якорь обратно. Таким образом, якорь совершает многократные колебательные движения, обеспечивая при этом перекачивание жидкости. Теперь начинаем работу с корпусом насоса, который представляет собой две чаши, выполненные из сплава пищевого алюминия повышенной частоты. Чаша отправляется в специальную машину для механической обработки, который одновременно делает несколько манипуляций. Далее чаши помещают в полировальную машину, чтобы придать им привлекательный товарный вид. Приступаем к сборке катушек. Провод обмотки выполнен из меди. Это очень важно. При таком исполнении происходит меньше нагрев во время работы насоса, надежное соединение проводов и высокое КПД. Одеваем катушки на железо ярма, вставляем в корпус и закрепляем провод, проверяя целостность жил кабеля. Далее фиксируем железо ярма прессом до определенного размера. И начинаем заливку электроизоляционным компаундом. Тележку с корпусами подключаем к трансформатору для прогревания катушек и проверки надежности соединения. Готовим шток, иначе толкатель, и запрессовываем железо якоря. Важный момент. Все резиновые детали насоса, амортизатор, поршень, клапан и диафрагма, которые напрямую влияют на сроки эксплуатации, выполнены на основе натурального каучука. Далее отправляем чаши на сборку, собирая якорь, шток, амортизатор, муфты, и насос готов. Берем только что собранный насос с нижним забором воды «Бавленец», устанавливаем на стенд, включаем и проверяем характеристики. 560 литров в час. Как вы видите, испытаниям подвергается каждый насос, поэтому брак здесь исключен. Испытания подтверждают, модель соответствует заявленным характеристикам. Теперь специальным аппаратом мы нанесем данные о дате производства, и насос готов к продаже. Unipump производит модели с нижним и верхним забором воды. В комплекте поставки насос с двужильным электрическим кабелем и вилкой, а также трос из нейлона. Длина кабеля может быть различной – 10, 15, 25, 40 и даже 50 метров. Уникальные технологии производства позволяют создавать надежный продукт, который можно эксплуатировать долгие годы. А все материалы абсолютно безопасны для контакта с питьевой водой. Кроме того, полный цикл производства вибрационного насоса «Бавленец» сосредоточен в России, что особенно актуально в условиях импортозамещения. Подробности на unipump.ru.